Я просто пришел в военкомат и взял повестку. Хотя мне говорили, что я могу, конечно же, остаться. В свое время наши деды-прадеды воевали за наше достойное будущее, светлое. Вот. Считаю, что сейчас должны мы сделать это. Я много, конечно, говорил на наших уроках о основе безопасности жизнедеятельности, о чести, о доблести, о защите нашей Родины. Считаю, что теперь пора переходить со слов к делу. И в это нелегкое время я должен быть там. Но вы должны знать, что я вас всегда помню и никогда вас не забуду. Я обещаю, что я буду очень стараться вернуться к выпускному. И надеюсь на вас ленту выпускника. Однозначно. Вы сегодня предали мне столько сил, столько уверенности в себе, что я просто не имею права не вернуться. Вставай, страна огромная, вставай на светлый бой. С фашистской силой темною, с проклятой гордой. Пусть я многолодная, скипает, как волна, и идет война. Война. Не смеют крылья черные над Родиной летать. Поля ее просторные не смеют протоптать. Пусть ярость благородная скипает, как волна, и идет война народная, священная война. Я попрошу за всех детей земли, чтоб мы не слышали снарядов взрыв и только звуки мирной тишины. В ответ пусть будут непоколебимы. Пусть я огородная скипает, как волна, и идет война народная, священная война. Поздравляю!